Клад. Сегодня Бублику и Кисточке некогда скучать, ведь они залезли на чердак, а среди старых вещей всегда можно найти что-нибудь интересное. Ой, не пугай меня, Бублик! О, воздушный змей! Так высоко! Сейчас достану! Ой, Бублик, будь аккуратен, пожалуйста. Не пережив. Ой, видимо, шишка будет. Что это у тебя? Посмотрим. Карта сокровищ. Ура, будем искать клад. Семейка собачек, веселый денечек. Гав-гав. Гав-гав-гав. Семейка собачек весело живет, с бабулей, с дедулей песенки поет. Гав-гав-гав, много забав, семейка собачек. Гав-гав-гав, гав-гав-гав, много забав, семейка собачек. Гав-гав-гав. Сейчас здесь, значит, нам туда. А это точно наш дом? Карта же была на нашем чердаке. Ну да. А что делать теперь? Что-что, клад искать. Пойдем. Так, 5 шагов прямо. Теперь налево. Снова прямо. Фонтанчик же там. Может, мы где-то не туда свернули? И что теперь делать? Пошли к нему. Только теперь ничего не перепутай. Хорошо. Ой. Ой. Опять. Я ничего не понимаю. На этой карте все не так. Ага. Мы уже 3 раза заново начинали. И каждый раз тупик. Как теперь клад искать? Эх, я не знаю. Эх. Дети, что-то случилось? Мы клад найти не можем. Какой такой клад? Ну-ка. О, это же моя карта. Твоя? Я зарыл этот клад, когда был ребенком. Ого! Ха, класс! Пап, а что там? Всякие важные вещи. Скоро вы их увидите сами. Пойдемте со мной. Класс! На поиски клада! Ура! Класс! А, вот почему вы не могли найти. Когда-то давно дедушка вместо фонтанчика построил эту беседку. Ты уверен, что копать нужно здесь? Да, много чего поменялось за эти годы в саду. Но я помню место. Ура! Клад! О, глазам не верю. А это что такое? Это? Это самая крутая игра. Сейчас покажу. Класс! Я просто обожал ее в детстве. Игра крутая. О, да. О, хотите послушать музыку моего детства? Ура! Одна из моих любимых групп. Мне очень нравится эта музыка. Как же здорово все это вспомнить. Очень здорово. Крутое детство. Семейка собачек. Веселый денечек. Велосипед. В жизни каждого ребенка наступает момент, когда вырастаешь не только из любимых ботиночек, но и другие любимые вещи пора менять. Так, вот так. Ну, теперь ровно. Дети, вы готовы ехать? Милая? Да-да, мы уже тут. Ой, мое любимое креселко. Папочка, посади меня быстрее. Бублик, поторапливайся. Опять свой супершлем ищет.
Никак его к порядку не приучил. Так давай тебя посадим. Ура! Так. Ну-ка, что-то не получается. Пап, что-то ножка не пролазит. Ну-ка. Ой-ой-ой, назад. Я застреваю. Странно. Кресло уменьшилось. Милый, не кресло уменьшилось, а наша девочка подросла. А как же я поеду? Ой, я что, останусь дома? Никто не останется дома. Просто наступил момент покупать велосипед. Я готов. Мы можем ехать. Ура! Мы едем за велосипедом. Семейка собачек. А что я пропустил? Ух ты! Какие колеса! Спортивные, да? Ага. Это чтобы на поворотах не заносило. А это для чего? Это бардачок. Для бардака, что ли? Ой, нет. А это что за корзинка? А это специальная корзинка для моей доги. Круто. Бублик, не трогай. Ого. Оп. Так. Как это? Куда крутить-то? Ой, ну куда ты залез? Кисточка, велик сломан. Колеса не крутятся. Слезай, Бублик, не сломан. Ой. Вот, смотри. Просто надо снять с тормоза. Потом ставишь ноги на педали. Ого. И начинаешь крутить. Ну вот, кисточка, надевай шлем и... Кисточка! Мама! Берегись, Бублик! Ой, кисточка! Ой! Ой-ой-ой! Лови ее, лови! Кисточка, как ты нас напугала! Милая, как ты? Мамочка, это было так здорово! Мне очень понравилось! Только я ничего не видела. Я глаза закрыла со страху. Кисточка, ну ты даешь. Ты так быстро ехала, что я не успевал следить за тобой. Научишь меня так? Бублик, если бы я хоть что-то видела, то научила бы, наверное. Чтобы на велосипеде было не страшно, а главное, безопасно ездить, нужно обязательно надевать шлем и защиту. Да. Тогда можно будет не жмурить глаза, а спокойно ехать и наслаждаться прогулкой. И правда, в моем супершлеме ничего не страшно. Ты в нем даже ходишь. Мне ходить не страшно. Одевай-ка шлем. И перчатки. Ой, как мне идет. Теперь садись на велосипед и, главное, не закрывай глаза. Давай, кисточка. Молодец! Получилось! Кисточка, да у тебя просто талант! Ты прекрасно ездишь на велосипеде! Это все благодаря шлему! Мне совсем не страшно! А меня научишь? Конечно, научу! Как прекрасен мир! Из окна автомобиля этого не замечаешь! А из кресла мир еще прекрасней. Семейка собачек, веселый денечек. День рождения кисточки. Сегодня в доме Гавов праздник. У кисточки день рождения. На-н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 а. О, красота. Мам, а когда уже есть будет можно? Бублик, подожди немного. Гости уже скоро появятся. Ах, какая красота! Вы замечательно украсили сад. О, ты уже такая взрослая. Как быстро летит время. Ну-ну, ладно тебе. Праздник же. Лучше оцените мою работу. К празднику все готово. Так здорово! Спасибо, папочка. Семейка собак. Веселый денечек. Бублик,
Кисточка, вы где? Гости приехали. Бублик, что произошло? Пока мы ждали гостей, нам было скучно. Мы решили поиграть в салочки, и кисточка упала. И испортила платье. Немного испортила. Совсем испортила. Милая, может, ты выйдешь, и мы что-нибудь придумаем? Никуда я не пойду. Я выгляжу ужасно. Ох, кисточка, выходи. Мама обязательно придумает что-нибудь. Ого, что с тобой случилось? Я так хотела быть принцессой. Ты и есть принцесса. Где же вы таких принцесс видели? У пиратов. Я думаю, у них именно такие принцессы. Отважные и ловкие разбойницы. Точно, это такая хорошая идея. Мне нравится. Бублик, помнишь твой костюм пирата? Ага. Неси его сюда. Йо-хо-хо. Дорогой, а ты принеси, пожалуйста, все свои галстуки и пару ремней. И мои разноцветные платки. Не переживай, все будет чудесно. Ага, вот так. Ну вот, ты самая настоящая принцесса пиратов. Я что, одна буду пиратом? Я так не хочу. Конечно, нет. Опля. Так. Ну, это твой верный помощник Бублик. Сверстать всех наверх. Ну и про нас не забывай. Я принцесса пиратов. А? Йо-хо-хо. В этот праздничный день мы хотим пожелать нашей отважной кисточке никогда не падать духом, быть такой же милой и замечательной девочкой. И чтобы все твои желания сбывались. Семейка собачек любит кисточку очень-очень. Давай, дуй. Отпуск не ждет. Сегодня семья Бублика и Кисточки отправляется в долгожданный отпуск. Смотри, смотри, какой остров. Ага. Я хочу построить самый большой замок из песка в мире. А я бы хотела хоть глазочком посмотреть на дельфинов. Смотри, какие они. Думаешь, там очень жарко? Конечно. Это же море. Сколько мороженого можно будет съесть. Представляешь? Ага. А я скоро буду купаться в море. Вот так. Привет, папочка. А вещи вы уже собрали? Ага. Ага. Семейка собачек. Веселый денечек. Так, паспорта есть? Это на месте. Ой, хоть бы ничего не забыть. Я все проверила. Билеты и паспорта на месте. Так, а почему у нас 5 чемоданов? Нас ведь четверо. Это чемодан Лотти. Лотти? Вот же. Там все, что ей нужно в отпуске. Кисточка, но я боюсь, еще с одним чемоданом нас не пустят в самолет. Лотти нужны эти вещи. Там ее платье, шляпки, подушка. Она без нее не спит. Я уже устал ждать. Ну, пожалуйста. Ох-хо-хо-хо-хо. Ну, пожалуйста. О, может, попробуем уместить вещи Лотти в наши чемоданы? Мне некуда. У меня тоже места нет. Может, у меня найдется местечко? Так, одежда, лекарства, крем от солнца, детские вещи. О, я же совсем забыла взять фен. Секундочку. Вот так. Ой. Похоже, и у меня место закончилось. Давайте посмотрим в моем. Дорогой, зачем тебе все это? Я думал, что смогу поработать. Ну, немного. Но это же отпуск. Может, можно что-нибудь оставить? Так. Без ноутбука никак. Ой,
Это мне нужно. Так, куда же я без этого? Надо брать. Ого! Это оставляю. А, это обязательно нужно взять. Это на отдыхе пригодится. Ура! Спасибо, папулечка! Ну, наконец-то! Ура! Ура! Мы едем на море! Вперед! Ух, надеюсь, мы ничего не забыли? Кое о чем забыли. О чем? Семейка собачек. Веселый денечек. В аэропорту далеко не отходите. Слышали? Слышали, слышали. Хорошо, мамочка. Ставьте лайк. Подписывайтесь на наш канал. И увидите первыми наши новые серии. Нескучная уборка. Утро в семейке собачек каждый встречает по-своему, в обычные дни. Но сегодня все члены семьи были заняты одним делом. Искали пропавшие вещи. Ну где же он? Кисточка, ты моего супердога не брала? Не могу его найти нигде. Бублик, ну сам подумай, зачем мне твой супердог? Я же девочка, тем более это совсем для малышей. Ага, для малышей. А кто мои машинки брал с подружками играть? Ты не понимаешь, машинки нужны были для дела. На них гости приезжали на день рождения к моей доге. Кисточка, мне не жалко, бери, если нужно. Но просто скажи, если взяла. Вот честное слово, не брала. А если ты взял мой секретный блокнотик с замочком, лучше отдай по-хорошему. Все равно ничего не прочитаешь. Ключик у меня. С добрым утром, мои дорогие. Из-за чего ссоритесь? Мы не ссоримся. Мы выясняем отношения. Ну и как? Выяснили? Не совсем. Мы не можем найти моего супердога и кисточкин блокнот. А если мы не брали, то кто? И в самом деле кто? Тут какая-то загадка. Сейчас марш умываться и завтракать. Дедушка с бабушкой приехали. Расскажите им про свою загадку. Ребятки, вы чего такие грустные? Я своего супердога не могу найти. И мой секретный блокнотик где-то потерялся. А я ноты моей новой песенки куда-то положила. Никому не попадались. Я уже обыскался свою зарядку для планшета. Ну и дела. Не иначе, как у вас потеряшка завелся. Кто-кто? Потеряшка – сказочное существо. Заводятся в домах, где беспорядок. В таких домах теряются разные нужные вещи. И как же нам с этим потеряшкой справиться? Есть такой волшебный ритуал. Но первым делом надо убраться в комнате. Убирать это скучно. Скучно, если просто убирать. А мы будем играть в игру. Вот здорово! Какую игру? Завязываем глаза. Мне! Бублику. И даем ему в руки вещь, которая лежит не на своем месте. Он должен правильно назвать ее с трех попыток. Так нечестно! А я что делаю? А ты говоришь, где эта вещь должна лежать, и кладешь ее на место. Потом меняемся местами. Угадал? Плюсик. Не угадал? Минус. В конце игры считаем плюсы и минусы. За каждый плюс монетка в копилку. Надеюсь, мои ноты найдутся. Давайте скорее начинать.
Только чур не подглядывать. Лазерный меч! Молодец, Бублик. Ну, смелей. Две попытки ты уже истратил. Эврика, я понял. Это бабушкина подушечка для иголок. Как мне давно не было так весело. А он говорит: мочалка, у вас-то в гостиной. А Бублик нам хабойку сказал, лазерный меч. А ты зато бабушкин дуршлаг не смогла отгадать. А я его дома обыскалась. К вам-то он как попал? Это не мы, это потеряшка. И это не дуршлаг, а рыцарский шлем. Вот так семейка собачек. Веселый денечек. Скворечник. Наступила настоящая весна. Бублик и Кисточка гуляют вместе с дедушкой в парке, наслаждаясь весенним солнцем. Спорим, я перепрыгну эту лужу? И оп! Ой. Вот как это делается. Оп! Ой, смотрите, какие смешные маленькие вороны. Это не вороны. Это скворцы прилетели. Откуда прилетели? А зачем они улетали? Осенью скворцы улетают в теплые края, а весной возвращаются обратно. А зачем они возвращаются? Чтобы откладывать яйца и высиживать птенцов. Это для них строят специальные домики. Скворечники. Правильно, Кисточка. Скворечники иногда крепят на фруктовых деревьях, поскольку скворцы уничтожают вредных насекомых. А давайте тоже сделаем скворечник. Да, давайте. Семейка собачек. Веселый денечек. Как-то оказывается непросто делать скворечник. Зато это очень здорово. Дедушка, а можно и мне гвоздь забить? Можно, только будь осторожен и береги пальцы. А мы с дедулей настоящий скворечник сделали. Неужели самый настоящий? Мы с моим дедушкой тоже когда-то делали. Уже придумали, где будете вешать скворечник? Ну, на каком-нибудь дереве. А что, это так важно? Скворечник нужно вешать на достаточной высоте, чтобы птиц никто не беспокоил. И чтобы они никого не беспокоили. Думаю, парк для этого прекрасно подойдет. Ага, и птицам там будет веселей. В большой компании. Только кто сможет так высоко забраться на дерево? Я как раз собирался немного размяться. Мне кажется, я еще не забыл, как лазить по деревьям. Ура! Мы идем вешать скворечник! Вот здорово! Семья скворцов сможет сегодня отпраздновать новоселье! Мне кажется, это дерево вполне подходит. Думаю, скворцам здесь будет удобно. И самое главное, на него будет несложно взобраться. Отличная ветка! Сюда и повесим. А как же его крепить? Ой, а об этом мы не подумали. Ну вот, что же теперь скворцы останутся без дома? Нужно привязать чем-то, что не повредит дереву. Ой, какие миленькие! Папа, эти скворцы уже прилетели в наш скворечник. Что же делать? Эх, была не была. Ура! Скворцы нашли новый дом! Семейка собачек. Веселый денечек.
Домашнее печенье. Утро выдалось просто чудесным. Ребята проснулись в прекрасном настроении и думали, чем бы заняться. Ой, о, я открою. Интересно, кто это? Мама и бабушка с дедушкой обещали быть к вечеру. Сперва погляди в дверной глазок. Не учи ученого. Ой, какая-то незнакомая тетя. Давай позовем папу. Ага. Доброе утро. Меня зовут Агата. Я ваша новая соседка. Хочу угостить вас моим домашним печеньем. Приятно познакомиться. И большое спасибо. Мы прямо сейчас и попробуем. Вкусное печенье. Мама и бабушка тоже очень вкусно готовят. Да, и причем каждый день. Как им только не надоедают. О, а давайте мы тоже печенье приготовим. Маме с бабушкой сюрприз будет. А? Но как же мы сами приготовим? Мы же не знаем и не умеем. И вообще. А что? Мне нравится идея. Я бабушке и маме помогала иногда. Только не запомнила, как точно все делать. А духовку кто включит? Мама запретила нам даже подходить к ней. Эх, была не была. Духовку я включу, так и быть. Ура! Yes! Ищите продукты, а рецепт я посмотрю в интернете. Мука пшеничная и ржаная. Мука пшеничная, ржавая. Масло растительное и сливочное. Масло всякое там. Сахар ванильный. Мед. Сахар и ванильный мед. Сам ты ванильный мед. Скажи папе, что есть тыквенное пюре. Можем сделать тыквенное печенье на меду. Пусть ищет рецепт. О, тыква! Как в бабушкиных фирменных пирогах. Ага, вот бабушка удивится. Так-так, печенье домашнее. Тыквенное на меду. Видео? Не надо. Нет, не то. Снова не то. Кисточка, я нашел! Нашел рецепт. Сейчас распечатаю. Кисточка, мы нашли рецепт. Только он почему-то запечатанный. Сейчас папа его распечатает. Такое липкое. Ну надо же. Оказывается, готовить еду – это так интересно. У меня не лепится. И вообще, мне больше нравится кушать. Любишь кушать, люби и готовить. А ты представь, что ты из пластилина лепишь. И все получится. Что, в самом деле? А если я машинку слеплю? Или самолетик? Можно, но лучше что-нибудь не очень большое, иначе будет долго припекаться. Рыбку или вот, цветочек, например. О, придумал! Я птичку слеплю. А я сделаю смартфон. О, здорово! Вроде бы все купили. Ничего не забыли. О, зря мы с собой бутерброда не взяли. Очень есть хочется. О, а я бы чего-нибудь вкусненького съела. Чаю с печеньками. Приедем, надо будет испечь. Я уже не могу дождаться. О, это они. А мы вас ждем пить чай. А мы сами печенье испекли. Тыквенное, на меду. Мои вы умницы. Сами? А духовку кто включал? Папа включал. А еще он рецепт нашел и на принтере распечатал. О, какие молодцы. А я только мечтала чайку попить с печеньем. Семейка собачек. Веселый денечек. Фокусник. Всю неделю Бублик и Кисточка ждали именно этот день. А все потому, что сегодня в городе проходила ярмарка. Пап, а мы будем кататься на машинках? Конечно! А на колесе обозрения? И на колесе обозрения! Ура! А попкорн можно будет купить? Купим, Бубличек! И попкорн, и сахарную вату! Все купим! Супер!
Вот это круто! Ну что, готовы? Да! Семейка собачек, веселый денечек! Туда! Как интересно! Извините! Простите! Настоящий фокусник! Здорово! Для следующего трюка мне понадобится помощник. Юноша. Да, вы. Не хотите ли мне помочь? Очень хочу. Крибли-крабли-бум. Вау! Вот это фокус! Абракадабра! Браво, Бейс! Очень здорово вышло! Можешь оставить ее себе в знак благодарности. Большое спасибо! Встречайте, всемирно известный маг и волшебник Бублик! Бенни, Бенни, браво! Молодцы! Не стоит благодарности. А сейчас гвоздь программы. Я возьму у вас некоторые личные вещи, а я заставлю их исчезнуть. Ну что ж, посмотрим. Моя куколка. Господин фокусник. Барабанная дробь. Крибли, крабли, бум. Здорово. Молодцы. Ну, ты даешь. На сегодня все. Спасибо, что посетили наше представление. Бублик, а как же наши вещи? И моя кукла. Не плачь, Майя. Извините, но я не знаю, как это делать. Малышка, не плачь, не плачь. Найдем мы твою куклу. Вот это фокус. Не надо. Без паники, сейчас что-нибудь придумаем. Ой, а что это? Это визитка фокусника с номером телефона. Так давайте ему позвоним. Здравствуйте. У нас небольшая проблема с волшебной шляпой. Она не хочет отдавать наши вещи. Да, сейчас, минутку. Говорит, что откроет секрет только другому фокуснику. Здравствуйте. Да, конечно. Хорошо, спасибо большое. До свидания. Иди сюда. Ну что там, что там? Мы продолжаем представление. Абра, кадабра. Браво!
Получилось! Ура! Отличное шоу! Моя куколка! Семейка собачек! Веселый денечек! Сегодня дедушка решил провести день с Бубликом и Кисточкой в парке. По сообщению гидрометцентра, сегодня ожидается очень жаркий летний день. Вкуснятина! А кто такой гидрометцентр? Это центр, где все врут про погоду. Ну что, все готовы идти в парк? Я готов! Только возьмите панамки. Обещают жару. Но этот гидроцентр же врет. Их всегда можно снять. Я все слышу. Пока, бабуль. Спасибо. Пока, бабуль. Блины были очень вкусные. Очень вкусные. Семейка собачек. Веселый денечек. Догоню, догоню. Ой. Кажется, этот ваш центр не соврал. Такая жара. Я больше не могу. Да, надо бы охладиться. Может, по мороженому? Мороженое! Ура! Спасибо. На здоровье, ребята. Ну вот, как же теперь охлаждаться? Может, пойдем к фонтану? Точно! Пошли! Вот это да! Он что, сломался? Нет, Кисточка, это он от жары пересох. Мне жарко. Дедуль, ну придумай что-нибудь, пожалуйста. А я уже! Вперед! За мной! Бу-бу-бу! Гидрометцентр сообщает, зима близко! Ничего себе! А он и летом работает! Так необычно! Сегодня будто весь город к нам пришел. Не стойте на жаре, проходите скорее. Валя? Дедуль, ты так здорово придумал. Очень-очень хорошо придумал. На улице жара, а здесь зима. Я очень люблю зиму. Особенно посреди лета. Действительно здорово. Семейка собачек. Веселый денечек. Замечательно. И еще раз. Дедушка молодец. Молодец. Сегодня семья Бублика и Кисточки собралась на пикник. Я возьму с собой сачок. Хочу поймать красивую бабочку. А я возьму мяч. А я возьму продукты, чтобы нас накормить. Ну что, вроде ничего не забыли. Все готовы ехать? Да, да. Семейка собачек. Веселый денечек. Семья садится в машину и отправляется в свое маленькое путешествие. Я уже даже немного проголодался. Я могу играть весь день и ничего не есть. Но на пикнике очень люблю что-нибудь перекусить. Ряв! И я! Правильно! Чтобы было много энергии при игре на свежем воздухе, нужно плотно пообедать. Но где же на
наша еда? Корзина точно была на крыше. О-оу. Может, она упала, когда мы наехали на ту кочку. И теперь там скучает одна. Точно! Давайте поедем и найдем ее. Все садятся в машину, чтобы отправиться на поиски потерянной корзины. О-оу, кажется, у нас закончился бензин. Как же мы забыли проверить бензин перед выездом. Папа, что, у нас теперь не будет пикника? И как мы попадем домой? Мы же не останемся здесь в лесу на всю ночь. Не волнуйтесь, сейчас я позвоню дедушке, и он нас выручит. Похоже, телефон в лесу не ловит сеть. Я знаю, что нужно делать. Нужно залезть повыше, и связь появится. Странно, не работает. Наверное, нужно забраться еще выше. Вон там есть холмик. Похоже, он самый высокий в лесу. И все дружно отправились на холм. Ура! Связь заработала. Папа позвонил дедушке и попросил приехать, чтобы привезти бензин. Еду я к вам по дороге и вижу, на обочине стоит корзина. Я ее сразу узнал и понял, что это ваша. Вот и канистра с бензином. Ура! Ура! Сегодня семья Бублика и Кисточки собралась в музей. Ура! Мы наконец-то едем в музей! Да! Я очень этому рад! Мы сможем узнать что-нибудь новое и отлично проведем время. Все готовы ехать? Да! Семейка собачек! Веселый денечек! Семья садится в машину и отправляется в музей. А в музее правда будут динозавры? Бублик, динозавры вымерли много лет назад. Сейчас мы можем только посмотреть на скелеты динозавров, которые удалось найти ученым, и представить, какими эти животные были. Я уверена, это будет очень интересно. Мы уже почти приехали. Вы готовы? Конечно же, мы готовы! Дети, в музее нужно быть внимательными. Здесь очень много залов и всегда большое количество посетителей. Можно очень легко потеряться. Не отставайте от нас с папой и слушайте, что мы будем рассказывать. Обещаю, вам понравится. Конечно, мамочка. Мы будем внимательными. Точно. А вот и первый зал. Ух ты! Посмотрите, это настоящий скелет динозавра. О, они что, действительно были такими большими? Конечно, дети, это тираннозавр. Вау! Он весил как 6 легковых машин и был высотой с 2-этажный дом. Такая громадина. А еще у них были очень короткие передние лапы. Видите? Да. Идем дальше. В музее есть еще много чего интересного. Дети, смотрите, это анкилозавр. Попробуйте угадать, чем он отличается от остальных? Смотрите, он стоит на 4 лапах. Правильно. Вы заметили что-то еще? Я вижу, что у него очень толстый панцирь. Правильно, Кисточка. У этого динозавра самый прочный панцирь. Вот это да! Идемте дальше. Это птеродактиль. Кисточка, может, догадаешься, что особенного в этом динозавре? Я отвечу! Я вижу, у него крылья! Он может летать, да? Да, Бублик, все правильно. Кисточка, а ты что молчишь? О-оу. Кисточка? А куда подевалась Кисточка? Кисточка! Кисточка! Кисточка? Кисточка! Доченька, где ты? Кисточка, ты где? Скорее всего, Кисточка потерялась в прошлых залах.
Давайте вернемся и поищем ее там. Точно! Вон она! Ой, нашлась! Да! Кисточка, ну наконец-то мы тебя нашли! Что случилось? Мамочка, я засмотрелась на анкилозавра и не увидела, что вы уже ушли. Мне было так интересно, а потом я поняла, что потерялась и расплакалась. Ну-ну, теперь уже все в порядке. Просто в следующий раз скажи, что хочешь рассмотреть что-то поближе, и мы все тебя подождем. Хорошо? Конечно, папа! Ты такая молодец, что осталась на месте. Поэтому мы тебя так быстро нашли. Ну что ж, все в сборе. А это значит, мы можем продолжать экскурсию, правда? И поесть мороженого! Да! Семейка в собачьих! Веселый денечек! Эгегей! Ребята, понравилась серия? Не слышим! Нет? Да! Тогда поторопитесь подписаться и ставьте лайк! У нас еще много интересных историй! У папы на работе. Было обычное пятничное утро. Но пройдет ли этот день для папы так, как задумывался? Ну все, я убегаю на репетицию. Репетицию? Ну конечно, отчетный концерт на носу. Ты ведь не забыл? Конечно, нет. Просто пятница очень быстро наступила. Ребята, ведите себя хорошо. Пока-пока. Ну и чем мы сегодня займемся? Пойдем в кино? Может, лучше в цирк или в парк? На экскурсию. Сегодня я покажу вам свою работу. К папе на работу! Ура! Ура! Семейка собачек! Веселый денечек! Ого! Ну вот, а здесь мы разрабатываем крутые приложения. Вау! Как круто! А что мы здесь будем делать? Вот, посидите здесь и немного порисуйте. Только не шалите, я скоро вернусь. Хорошо, окей. Мне надоело рисовать. Мне тоже. О, давай запускать самолетики. Давай. Первый пошел. Ой, листики закончились. О, вот эта штуковина. О, очень странно. Ничего не понимаю. До запуска ракеты осталось 3, 2, 1. Пуск! Красота какая! Сигнал пропал. Дети, у меня для вас будет очень важное задание. Отнеситесь к нему со всей серьезностью. Какое? Пообщайтесь с нашим искусственным интеллектом. Искусственным интернетом? Искусственным интеллектом. Привет, Робби. Я привел вот тебе новых друзей. Доброе утро. Рад знакомству. Привет, Робби. Попробуйте-ка научить его чему-то новому. Ну что, время обеда, и я могу уйти сегодня немного пораньше. То есть, они могут соединяться в одного большого робота? Ну, наконец-то ты понял! Это такая скучища! Девочкам просто не понять! Точно! Невероятно! За один день он выучил столько новой информации. Теперь я знаю о детях все. Как Мэри Поппинс. Ха-ха-ха. Это гениально. Программа «Няня» развлечет ребенка беседой. Бублик, Кисточка, спасибо вам. Вы очень помогли. Мы старались. После обеда с меня мороженое. Ура!
Семейка собачек, веселый денечек. Молочный зуб. Сегодня замечательный день. Бублик и Кисточка гуляют недалеко от дома и наслаждаются отличной погодой. Привет. А где твой зуб? Выбили. Нет, он сам выпал вчера. Ой, Зорик, а как же ты теперь без зуба? Это ведь был молочный зуб. Скоро вырастет новый, постоянный. А взамен зуба зубная фея принесла мне монетку. И вот что я купил. Здорово! Ладно, я пойду. Ой. За мной. Ой. Так. Это не то. Это не то. Ну и что ты там ищешь? Я слышал об этом от дедушки. Но нам нужна веревка. О, нашел! Пошли за мной. Чем занимаетесь? Проверяем гипотезу. А ты уверен, что у тебя все зубы молочные? Может, у мамы спросим? Закрывай дверь. Ну, как хочешь. Страшно. Мне тоже. Давай не будем. Нам нужен план Б. Кажется, у меня есть пара идей. Что у вас там такое? Может, чем-то помочь? Опыты, папочка. Мы справимся. Думаешь, зубной фее понравится? Уверена, что понравится. Надеюсь, наша идея сработает. Ага, поскорей бы утро. Вау! О, смотри! Утро начинается, малыши уже не спят, солнце улыбается. Приключения ждут ребят. Мамочка, прочитай, пожалуйста. Дорогие ребята, спасибо за подарки. Я надеюсь, что вскоре тоже смогу вам что-нибудь подарить. А пока заботьтесь о своих зубах. Ты слышала? Ага. Чистите их как следует. Ведь чем здоровее молочный зуб, тем больше монетка. Доброе утро, доброе папочка. Утро, папочка. Зубная фея прилетала. Ага, а может и фей. Ну что, семейка собачек? Не одни дома. Сегодня в семейке собачек особый день. Мама и папа идут на премьеру спектакля, где звучит мамина песенка. Бабушка и дедушка приедут посидеть с Бубликом и Кисточкой. Поводов для радости хоть отбавляй. Мои дорогие, сегодня вечером мы с папой идем в театр. Вы будете с бабушкой и дедушкой. Ура! А дедушка расскажет нам сказку на ночь? Конечно. А ты нас на ночь не поцелуешь? Обязательно поцелую. А почему нам нельзя в этот ваш театр? Почему же нельзя? Можно. Только на дневные спектакли для детей. Мы обязательно сходим все вместе. Кстати, бабушка с дедушкой привезут свежего молока. Можете сделать молочный коктейль с медом, а? Вот здорово! Мы и вам оставим! Семейка собачек, веселый денечек! Так-так. Ой, молоко надо поставить в сумку-холодильник, чтобы не прокисло, а мед закрыть поплотнее. Все сделаю, не переживай. Нужно поторапливаться, а нам бы еще заправиться не помешало. Бензина маловато в баке. Никогда не понимал моды на галстуки. Широкие, узкие, яркие.
Наклонные. Вот как мне правильно выбрать галстук? Папочка, чего тут непонятного? Смотри, что носит вокруг и тоже надевай. О, этот галстук точь-в-точь, как мой слюнярчик. А этот похож на мои ленты для косичек. Ой, не шевелись, пожалуйста. На тебе бабочка сидит. Я за сачком сбегаю. Бублик, не спеши. Эта бабочка не улетит. Это галстук такой. Бабочка называется. Вот незадача. Да, да. Я могу к вам подъехать. Дети, думаю, они побудут дома полчасика самостоятельно. Все, ждите. Папочка, что случилось? У дедушки на полпути закончился бензин. Они с бабушкой не смогут приехать. А мы с мамой не сможем пойти в театр. Я отвезу им канистру с бензином. Пап, а как же мы? Хороший вопрос. Сможете побыть одни полчасика? Конечно, сможем. Я быстро. Не переживай, папочка. Мы не будем скучать. О, да. Это точно. Лови. Ой, мамочка. Нет, эта идея мне совсем не нравится. А может, мы все вместе поедем? Отличное решение. Прыгайте все в машину. Ура! Привет, бабушка! Привет, дедушка! Как же я рада вас видеть! Так не хотелось вас подводить! Привет! Как же мы соскучились! Это я виноват! В следующий раз буду заправлять полный бак! Ничего, со всеми бывает! Все, можно ехать! По машинам! Я первый запрыгнул! Ой, как мы все перенервничали сегодня. Главное, что в театр успели. Кстати, как все прошло? Замечательно. Мамина песня точно станет хитом. А папа со своей бабочкой был самым модным среди всей публики. Как дети себя вели? Немножко пошалили, зато заснули сразу. Слишком уж много сегодня впечатлений было. Да уж, с нашей семейкой не соскучишься. Семейка собачек. Веселый вечерочек. Супермаркет. Сегодня семья Бублика и Кисточки ждут гостей к ужину. С самого утра мама готовится к их приходу, а папа, Бублик и Кисточка ей помогают. У меня красиво получается. Очень красиво. А у меня... И у тебя, Бублик. Вы такие хорошие помощники. Спасибо. Я в магазин. Что-нибудь еще нужно купить? Вот, я все записала. Просто купи все по списку. Я недавно сделал новое приложение. Занесу твой список в него, просто сфотографировав. А можно мы с папой в магазин? Конечно. Идите, собирайтесь. Готово. 21 век на дворе. О, держи. Семейка собачек. Веселый денечек. Месте. Ура! Приехали. Отлично! Купим вкусняшек. Я первый. О-оу. Так, что же я должен был купить? А можно мне бабушку?
бантики. Да, конечно. О, мне кажется, нам нужна эта штука. Ага, бери, бери. А что это такое? О, а можно я шоколадной пастой зубы буду чистить? Бантус? Да, можно. Класс. То есть нет, нельзя. О. Подождите, я совсем запутался. О, вы помните, что мама просила купить? Я не помню. И я. А что? Телефон разрядился, а список в нем. О, и что же теперь делать? Ага, мама расстроится, если мы ничего не купим. Дайте минутку, попробую все-таки вспомнить. Так, сыр, сметана, торт. Что же там еще было? Дай мне, я попробую. Хе, о, прикольно! Ой. Слишком высоко. Папочка, помоги достать журавлика. О, это же список! Ура! Мы ура! Нашли список! Ну теперь мы сможем список? Купить все, что нужно. Хорошо, что вы так быстро вернулись. Все купили? Все четко по списку. И даже больше. О, как приятно! А теперь давайте печь пирог. Скоро уже гости придут. Ура! Пирог. Семейка собачек. Веселый денечек. Сегодня семья Бублика и Кисточки собралась в парк. Как хорошо, что мы можем поехать в парк. Я так долго этого ждал. Да. Мы сможем подышать свежим воздухом и отлично провести время. Вы готовы ехать? Да! Семейка собачек! Веселый денечек! Семья садится в машину и отправляется в парк. Мы уже почти приехали. Но что это за тучи? Неужели пойдет дождь и испортит нам прогулку? А мы захватим на всякий случай с собой зонтики. Ведь они есть у нас в багажнике. Главное их не забыть. А мы сможем поиграть во что-нибудь все вместе, сразу когда приедем? Конечно, Бублик. Я как раз взяла с собой бадминтон. Yes! Ура! Я очень люблю бадминтон. Почему небо стало таким темным? Да, и что это за звук? Ха, похоже, начинается гроза. Дождь. Мы же забыли в машине зонтики. Побежали скорее назад, иначе вымокнем и заболеем. Папочки. О, какой сильный дождь. Ой, гроза, быстрее, быстрее. Как же плохо, что зонтики мы оставили в машине. Ой, страшно, страшно. Смотрите, там впереди беседка. Давайте добежим до нее и переждем дождь. О, страшно. Ну вот, все промокли, да и дождь, наверное, будет идти долго. А я так хотела поиграть в бадминтон. Не переживай, Кисточка. Хорошо, что мы увидели эту беседку, поэтому и намокли не сильно. Интересно, дождь скоро закончится? О, это очень просто узнать. Нужно посмотреть вверх, и если все небо серое, значит дождь будет идти долго. А когда вокруг тучек видите голубое небо, это значит, что дождь скоро закончится. Ура! Это быстрый дождь! Бублик, Кисточка, не бойтесь. Гром на самом деле не хочет вас напугать. Он так передает привет. А по-другому не умеет. Давайте тоже с ним поздороваемся. Готовы? 3, 4. Привет! А так уже совсем не страшно. Это гром, наверное, с нами попрощался. Ой, и дождь, кажется, заканчивается. Семейка собачек. Веселый день.
денечек! Эгегей! Ребята, понравилась серия? Не слышим! Нет? Да! Тогда поторопитесь подписаться и ставьте лайк! У нас еще много интересных историй! Семья отлично провела время. Кисточка и Бублик узнали, что не нужно бояться грома. А когда небо хмурится, надо брать с собой зонтики, чтобы не намокнуть и не заболеть.